Александр Сергеевич, вот здесь 19 штук осталось, они почти все одной длины. Я выбрал покороче, на 180, не стал обрабатывать. Это опять нержавеечка из новой партии, восьмерка. Сейчас покажем. Ну, 180. Давай посмотрим, что тут изменилось, не изменилось в новой-то партии. Так, утроим. Погнали, Александр Сергеевич, ломать. Пошли килограммы. Ну, в общем-то, ну вот, на 140, на 160 она уже пошла в просадочку. 180, 190, 200, 220, 230 догнал. Ну, почти 30 грамм, 221 килограмм. Сейчас сниму, еще чуть-чуть поднажму, до 240 догнал, вот 30 градусов, но она сейчас немножко отдаст назад, поэтому где-то 235 килограмм будет, 235, вот на 250 я догнал, здесь сядет на 240, ну так как ты понимаешь, вот 30 градусов, сейчас чуть больше, больше 30. Где-то градусов 35, но вот я ее обратно отдаю. Она за счет упругости вернулась. 239,9 показывает, но это скорее всего 235, потому что я несколько раз ее поджимал. Все равно мы так, человек так не делает. Поэтому... килограмм. Ну вот она. СА-500С рядом. Красавицу берем. Ну вот. 30 градусов. 235 килограмм. Восьмерочка, 8 миллиметров на 180. Давай, земляк, без травм, без фанатизма, медленно, но уверенно. Здоровье, занимаемся.